Ну, недавно. Год как. Ой, девчонки. Недели две как, да, переехала. Да, телефон оставила, да, оставил телефон. Может, кто спросит, а никто ей не спрашивает. Сейчас, я посмотрю. Где-то тут, я не знаю, куда я его сунул-то, просто не могу понять. Вот. Это такой телефон, что прям не знаю. И это самое, вот. Вот очки. Очки нахрен кокнул. Я не знаю, где. Сейчас пойду поищу другие. Может, другие найду. Ну что, не можешь? От судьбы не отделаешься. Немой, братан. Извини, Кентяра. Я не знал, что мы тебя здесь пасем. Немой, Кентяра. Ты как зону-то свинтил, а? Кокона, видать, ты им накрутил там, а? Так. Я этих окараков, в принципе, не знаю. Так, залетные бакланы. А чем ты шишек этих так достал? А? Нам за тебя 30 косых евриков обещали. Евро, значит. Бак сейчас не катит. Понимаешь? 30 каждому. На троих это... 30 каждому, на троих это... 30 каждому это... 30 каждому... Ну, правильно. Правильно, Немой. Человек такая тварь. Ты иди. Иди, только быстрее иди. 90 штук. Блин. 90 штук. 90 штук. Я знаю, ты будешь думать обо мне плохо. Ты посчитаешь, что все из-за того, что ты сбежал, тебя ищут. А я... Ты ведь так думаешь, да? А я следователю посылку отнесла, когда возвращалась. Денег на такси нет, заплакала. Торчать здесь до старости медсестрой, в этой грязной, вонючей больнице, да, когда все давным-давно замужем, и ждать тебя 20 лет, как мама ждала отца из экспедиции. А он на другой женился. А вдруг машина красивая, а мне Клава... Почему вы плачете, фраулен? Садитесь, я вас довезу. Болели, и было очень тоскливо, я сразу села. Да если бы я только знала, что ты придешь, я бы пешком до Харькова. Прости меня, пожалуйста. Послушай, тебе нужны деньги, одежда. Мы все равно уезжаем. Сгущенка. Ты так любишь сгущенку. У меня там, наверное, нет. Ой, а я ведь собиралась тебе послать. Ты знаешь, а у меня денег не хватило. Прости меня, пожалуйста. Слушай, я ведь совсем забыла.
Власова, твой первый следователь. Помнишь, она такая хорошая женщина? Помнишь, она разрешила нам свидание? Помнишь? Вот. Просил тебе передать. Она сказала, что тебе это может пригодиться. А ее, скорее всего, отстранят от дела. И что тебе это понадобится. И ты знаешь, она как будто знала, что с ней произойдет. Может, через какое-то время меня уже не будет здесь. А он захочет узнать про себя все. Так что храни это, сколько сможешь. На следующий день она погибла. Извини, дорогая, но если он снова придет, я вынужден буду звонить в полицию. А он не придет. Никогда. Извини. Там ждите. Ну, ты тоже хорош. Нечего было лезть в бутылку. А как я должен вести себя перед этим хамом и гомофобом? Я же вижу, я все вижу. Между прочим, этот человек сделал меня богатым, и тебя тоже. А я пока богатства не вижу. Хоть бы подарил что-нибудь. Ну, потерпи пару деньков, а то ведешь себя как капризная содержанка. Ну, ладно, ну, стой, прости. Ну, не обижайся ты. Я не хотел тебя обидеть, просто не хотел. Какой-то в последний день нервничаю. Почему я не могу остаться у тебя? Пока. Не стоит. Не стоит. Да что с тобой происходит? Да не знаю я. Скажи мне честно, а если бы у меня не было денег, ты бы поехал со мной? Нет. Я не могу тебя обманывать. Ну, спасибо хоть за это. Пожалуйста. Ладно, завтра за тобой заедут. Спасибо, что подвез. Доброй ночи. Никакого ощущения счастья. Люсики, цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, я дойду до точки. Я видел вас в суде. Но чем я могу помочь? Я даже не представляю. Не могу себе представить. Что это? Откуда у вас копия завещания Варшавского? Мои показания? Что вам надо? Что вам надо? Моя жизнь! Вот она. Не понял. У меня осталось времени до четырех. Что я мог сделать?
Когда Азов предложил мне это, я сразу отказался. Но он сказал, что отказываться уже нельзя, потому что я знаю его замысел, и он могу донести. Он сказал, что сейчас все так поступают. Просто у кого-то есть этот шанс, а у других не будет никогда. Что вы убьете меня? И вам станет легче? Ну, я очень легкая мишень для вас. Доберитесь до Азова! Простите, постойте, постойте. Так, а где у меня это? У меня, кажется, для вас что-то есть. Так. Вот. Я заплачу, но не деньгами, конечно. Я даже не мог бы это предложить. Это настоящая бомба. Она убьет сразу всех, поверьте. Это очень хорошая цена за мою жизнь. Отпустил? Никто из них не отвечает. Ну, может, они еще спят? Ты точно уверен, что все в порядке? Да, ну, я ж сказал. Бросайте. Чего? Я говорю, не актуальная игра, а большой теннис. Плюнуть и растереть. Ты считаешь? Вы лучше на бильярд нажимайте. На все времена игра. И банкиры шары гоняют, и политиканы. А что, нормальный ход? Кстати, сынок ваш звонит. Сказал, что бильярд освоил. Хочет показать. Кто это его научил? А я почему-то думал, что у меня не получится. Молоток. Это он тебя научил? Да. Он сказал, что сам в коляске был, как и я. Его тоже многому учили заново. Как же это он сказал, если он не мой? А мы приноровились уже. Он давно здесь. С утра. И какого беса ему тут надо? Он муж Вики. Теперь он знает, кто это сделал. Как же это он выжил один? Папа, а ему хорошие люди помогали. А он не врет? Нет. У него ж голоса нет. Лет 9 назад завертелась у нас тут канитель. Пришлось кое-кому из блатных шею свернуть, но и мне перепало. Подорвали мой фордик,
Мне руку поцарапало, жена моя погибла. А парень мой с тех пор калека, так что не обессудь. Зарекся я хороводы водить, в разборки впрягаться. Отвоевался, короче. Присаживайся. А, да, была дружба с Пашей Варшавским, пока он в Штаты не свалил подальше от нашего геморроя. Мне все равно, что он там бабки срубил нехилые. Бог с ним. Давай. Только узнал я потом, что продал меня друган мой перед отъездом. Слил роповцам про меня всю правду, мать. Купил себе счастье. Ну, я простил. Ради Гришки простил. Он тоже к твоей Вике чувства имел. Я тебе денег дам. Прикрою же, что, но большего не просил. Это она писала. Ее рука. Я тут ничьих интересов не отстаиваю. Услугу тебе оказываю по старой дружбе. Мне? Елизавета тебя конкретно в полный рост срисовала. Все в письме написала. Эх, ладно, пусть написала. Бумага все стерпит. Как знаешь, не мой просил передать. Я передаю. А ты что, на посылках у него? Не понял ты меня, Семен Андреевич. Да нет, так непонятным ты стал, Лев Георгиевич. Раньше ты попроще был. Раньше я бандит был, а ты прокурор. А сейчас все мы деловые. Долю хочешь? За что? За немого или за эти бумажки? Это копия. Оригинал у немого я сам видел. Как товар? Ничего, товар. Чего немой хочет? Крови твоей? Ну, это понятно. А ты чего хочешь? За мое содействие 25% твоего навара. Это мои бабки по праву. Побойся Бога. Давно не боюсь, как и ты тоже. Немой тебе верит? Ты почитай, что Елизавета написала. Он ей верит, значит, и мне. 15%. Без торга. Даже не начинай. Ну, я погнал. Че ты зябка тут стала? 20%. Точка. И не перегибай. Продолжаем разговор. Он звонить будет. Где его нора, не знаю. Он на честный обмен пойдет? Бабки не возьмет. Другой возьмет. Оригинал в обмен на это. Дружил твой нотариус. Дурак. Подал бы мне эту бумагу, сейчас бы прожигал миллион Монте-Карло. Его не найдут. Настоящее завещание Варшавского. Все оставлено дочери. А в случае ее смерти городу Ростову, научным и благотворительным фондом. И так далее. Кстати, основание для дальнейшего расследования. У меня точно такое же замечание. Так вы тоже филантроп. Простите.
А за чьи ворота Акела играет? За 100 миллионов. И все? И все! Все произойдет здесь, под моей крышей. Они подъезжают к воротам, я забираю Вику, потом передаю им оригинал. Они сваливают, а вы... Они хотят, чтобы вы исчезли. Когда ты вернешься? Я хочу знать это. Я никогда не вернусь, Юрико. Ты мне не нужна. Зачем ты опять меня мучаешь? Ты всего лишь одна из моих японских штучек. Суши на каждый день. Надоело. Прощай. Какой-то шанс. Кто его знает? Ты готов? Я пошел. Он в кабинете, дверь закрыта изнутри. Откроет, когда я приведу девушку. Где твои бойцы? У меня давно никого нету. Секретарь да прислуга. Я всех отпустил. Иди за Викой, мы подождем. В спальне наверху мой сын. Хорошо, если он ничего не увидит. Насчет сына. Я приставлю к нему двух бойцов. Для спокойствия. Больше он ни одного кошмара не увидит. Ваш папаша попросил с вами посидеть. Недолго. Ты разобрался? В доме никого. Только немой и сынок Акелы, калека. Никого не забудь, ты понял? Да, понял. Ну, пошли. Жду через 5 минут с документами. Жди их. Помнишь, как я тебя из школы как-то забирал? Тебя и Гришку. Так вот за руку держал. Помню. Макс, скажи что-нибудь. Максим, я здесь! Ты не мой? Нет. Я
говорящий. Азов ушел! Посиди тут немного без нас, Григорий. Леня, что там у вас происходит? Пятый. Что там, Азов? Почему молчит? Не знаю, не отвечает. Вызывайте остальных, пусть окружают дом. Хорошо. Второй. Фу, дурак, я же чуть не убил. Нет, я раньше. Молодец. Азов где? Фу, во дворе нет. Сбежал. Охраняй молодых. А мне со старым побазарить надо. Хорошо. Я пошел. Покойники не мешают? Ага. Ну тогда извините. Сказали, ты опять молчишь? Нет. Ты же научил меня говорить. Видеть, дышать. Я думала, придется учиться заново. Деликатность тут кое-кого погубила, поэтому я выходить не буду. Оставьте нас. Мы сами уйдем. Все мы когда-нибудь... Куда-нибудь уйдем. Зачем же спешить? Я тоже ждал этой встречи. Очень. Ненавидишь меня. А я ведь за тебя болел. Я безумно хотел, чтобы ты вернулся. Зачем? Хотел, чтобы легенда не умирала. Ты ведь легенда. А потом я благодарен тебе, что ты вернул мне веру в самураев. Вы у нас все отняли. Что вам еще надо? Если б я знал. Вик, уйди. Я сказал, уйди. Да. Это разговор мужчин. Как говорят самураи, в каждом деле самое главное – финал. И мы его украсим. Отличным боем. Нет, драки не будет. Давай в другой раз. Сейчас это то самое время. Но мы с тобой оба слишком хороши. А в бою все может решить случайность. Это неправильно. Наш финал должен быть справедливым. Что предлагаешь? Победи меня в мыслях. Отгадай загадку. Точнее, продолжи мысль. Ответ простой, поэтому очень сложный. Если отгадаю. Я сделаю себе сэппуку. Шутка. Я отпущу вас. Обоих. Итак,
воинская мудрость гласит, если ты принял решение убить человека, не следует изобретать окольных путей. На пути самурая самое главное – непосредственность. Поэтому… Почему она? Поэтому лучше сразу кинуться на врага. Я читала эту книгу. Страшно. В той же книге сказано, если все люди будут молиться об одном и том же, это обязательно сбудется. Не понял. Пойдем. Стой. А ты сможешь? Нет. Мы уже сделали все, что могли. Мы просто выйдем. Орфей оглянулся и остался в аду. Так и ушли, что ли? Никто не рыпнулся. Буркалами проводили, и все. Ни одна гада не дернулась. Рука об руку и свалили. Что ж ты хочешь? Авторитет. Красиво ушли. Они думали, это твои бычары стоят. А твои лежат уже давно. Он всех кинул, Парша Варшавский. И тебя, и меня. Все планы были на нем завязаны. И выборы, и вся жизнь. А он мне пальчиком решил помахать. С его деньгами можно было... Эх, ты не поймешь. Как же ты мог? Лизу моих... Лизавету... Как же ты мог? Что она последняя перед смертью сказала? Не ври только. Ничего. Засмеялась только. И все.
Вот и ты, Сеня, смейся. Смейся. Так все и кончилось? Много еще чего было, но по большому счету на этом и все. Вот, собственно, братцы, и все. Этот скорбный час я хотел бы сказать, не знаю, наверное, так уж повелось на нашей грешной, что первыми из жизни уходят лучшие из лучших. Семен был в этих первых рядах за свою короткую, но глубокую успел сделать многое. Очень жаль, что так несправедливо быстро ушел он из жизни. Все, что мы можем сделать в память о нем, это продолжить его дело. Спи спокойно, друг. Пусть, как говорится, земля тебе будет пухом. Господи, прости нас всех грешных. Да, действительно, соорудил из бензопилы дружбы вертолет и взлетел. Но столкнулся с вороной. Упал в районе свинарника. Похоронен тут же в зоне. У нас тут и мемориал имеется, я вам чуть позже покажу. Так, а это знаменитый Немой. Человек странный, мутный, непонятный. Совершил побег удачно. Впервые после 70-го года. Ну что ж. А это Зяма Фокус. Тася сидел. Стой, Лисон сидел. Сони и Майк вышли.
Я выйду. Я выйду. 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 Погода давно караулила лето, в окнах темно. Осенний каприз исполняет на бис пожилая планета. Прошлое смыло дождем, я не жалею о нем. Осень, как мудрая мать, ей не солгать. Пора все понять, менять, пора выпускать на волю птиц, пора все простить, пора все забыть, пора видеть небо без границ. День, как набожный царь, занавесил алтарь кумачом листопада. Люди, как царь, до первой звезды собирают плоды заповедного сада. Время остаться собой, время взять верх над судьбой и, оглянувшись назад, тихо сказать: пора все понять.